Так. А, любую голубую. На подумать. Любую голубую, а что задумать? Вот, пожалуйста. Да, она на подумать голубая называется. Вопрос на подумать. А вопрос на подумать. В детстве вы отказывались дружить с толстыми или некрасивыми детьми? Ой, я такой дружелюбный человек с детства. Вот даже, видите, люди пишут так двояко, но я всегда душа компании. Была и остаюсь. Я часто приезжаю в какие-то поездки, знакомлюсь с людьми. И когда уезжаю, это могут быть разные регионы, самые маленькие города или большие. Мне всегда люди пишут там в WhatsApp какой-нибудь или звонят, говорят: Настя, ты уехала, как будто жизнь остановилась. Ну, понятно, но все-таки вот дети, когда они маленькие, у них же какие-то свои представления прекрасные. Вот когда в школе была там какая-то толстая девочка или некрасивая. Ну, у нас вот в школе толстых не было, потому что балетное училище. Балетное училище, это точно. Вот, были некрасивые, но... Я всегда видела в людях душу, а не внешнюю красоту. И сейчас тоже, я могу сказать, даже в большей степени про мужчин. Мужчина не всегда должен быть красив, он должен быть мужчиной. Ага, понятно. Как Кушанашвили считает, он еще должен быть богатым. Нет? Мне кажется, что финансовая составляющая – это вообще не та главенствующая ценность, которая может быть поставлена во главу угла. Материальная составляющая важна, потому что деньги – это средство для того, чтобы сделать жизнь красивей. Не обязательно свою, а может быть, еще и близких людей или тех, кто нам не безразличен. Но это, знаете, могу сказать, не всегда первое важное качество. Принято. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».